сейчас мы будем пытаться с ними доехать до Луганска, заснять репортаж, как будут получать власти ЛНР груз гуманитарный. Поедут через большой суходол, через, он еще называется старый суходол, через Давыдо-Никольское, дальше та объездная дорога на Луганск. Вот. Вроде как говорят 34 КАМАЗа, мы не считали, но несколько КАМАЗов уже ушло туда, просто не успели. Находимся в самом центре Краснодона. Стоит флаг. Вот развернулась гуманитарка. Заборы все разрисованы. Флагами ЛНР, флагами России. Видим по центру.